Привет всем любителям карт, с вами Неро Янг, и сегодня я покажу вам офигенный ментальный карточный фокус. Надеюсь, он вам понравится. Давайте соберем 500 лайков на этом видео, и сразу же выйдет обучение. И давайте перейдем к демонстрации фокуса. Я перемешаю колоду немножко. Подсними в любом месте. Ну, правильно. Ну, примерно, так? Да. Подровняй, да. И нам нужна пачка из 5 карт. Дотронься до любой. Вот откуда начать? Да, отсюда. Вот отсюда, да? 5 карт. Возьми. И смотри. Твоя задача сейчас загадай одну любую карту в уме. Окей? И возьми ее, положи в карман. Возьми все карты, в принципе, и положи их в карман. Все. Можешь перемешать, если хочешь. Или потом перемешаешь. Смотри, я точно знаю, что твоя карта это не десятка пик. То есть ты можешь взять и убрать. Это точно не она. Он там есть? Не знаю. Десятка? Да, нет. Точно не десятка пик, окей. По идее, в принципе, это и не король губы. Тоже не она. Нет. В принципе, перемешай карты. Это не шестерка черви. Нет. Не девятка пики. Логично, да? По идее, нет, по идее, это тройка крестья. Да как? Перемешанной колоде. Ну, как-то